Хорошо. Командир, я не понимаю, что происходит. Мы не знаем, что случилось с Черденко. Но мы коммунисты, а значит, должны сражаться, несмотря ни на что. До сих пор мы побеждали войска Альянса. Но теперь ситуация может измениться. На греческом острове Миконос ученые Альянса ведут разработки нового оружия. Не уверена, что понимаю, как оно работает, но знаю точно, что у врага его быть не должно. В данном секторе развернут научный центр союзников. Мы должны захватить его, прежде чем ваша противник нанесет ответный удар. Заставить союзников свернуть добычу руды в районе зоны развертывания. Ликвидировать военно-морское присутствие союзников в данном районе. Выяснить расположение научного центра и захватить его. Доброй охоты! Товарищ командир, не забудьте взять острова к востоку отсюда. Необходимо освоить расположенные на них месторождения. Ингибитор союзников не дает нам использовать весь наличный арсенал. Уничтожьте это устройство. Получено новое задание. Идет строительство. Получено дополнительное задание. Идет строительство. Товарищ командир, командование санкционировало применение карателей. Современных многоцелевых самолетов. Идет строительство. Командир, вот мы и встретились с вами снова. Красивый остров. Будет жаль превращать его в выжженную пустыню. На союзника напали. Обнаружена база противника. Акула готова выйти на рейд. Каратель, техосмотр прошел. О, кого я здесь вижу? Товарищ. Теперь, когда я знаю, где вы сидите, пощады от меня. Вы не дождетесь ни за что. Обнаружен противник. Каратель, техосмотр прошел. Ситуация под контролем. Лазерные орудия осложняют положение дел. Отправьте карателей на их уничтожение. Каратель, техосмотр прошел. Остаемся на глубине. Торпеды к бою! Обнаружена база противника. Подлодка «Акула» готова выйти на рейд. Недостаточно. Уберите этот мусор. Каратель, техосмотр прошел. Продолжать движение. Объект под огнем. Вероятный противник обнаружен. Нужно осмотреться. Его смерть послужит уроком врагам Отечества. Дополнительное задание выполнено. Что это тут у нас? Ингибитор союзников уничтожен. Вы снова можете использовать все возможные технологии. Приостановлено. Объект под огнем. Каратель, техосмотр прошел. Ты слышал шум? Не давайте им спуска! Вперед! К победе! Вон там еще один. Вероятный противник обнаружен. Проведем зачистку местности. Уберите этот мусор. Вон там еще один. Всего хорошего, ублюдки! Не выпускать их из вида. Вперед! К победе! Сканеры в порядке? Да. Я туда и направлялся. Что? По что тут такое? Социалистического отечества огонь! Идет ремонт.
Обнаружен противник. На базу напали. Идет строительство. Давление растет. Не давайте им спуска! Идет строительство. Сканеры в порядке. Я всегда на страже социалистических завоеваний. Продолжать движение! Строительство завершено. Большой брат следит за вами. Что? Что тут Я такое? Я всегда на страже социалистических завоеваний. Обнаружен противник. Строительство завершено. Доступны новые постройки. Идет строительство. Врагам Отечества не будет пощады! Открыть огонь! Строительство завершено. Уберите этот мусор! Тише вы там! Обнаружен противник. Слушайте все! Следуем в указанную точку. На союзника напали. И выпускать их из вида. Обнаружен инженер противника. Уберите этот мусор. Ответ под огнем. Это еще что? Долгий путь. Где эти недобитые буржуи? Ты слышал шум? Преследуем противника. Большой брат следит за вами. Залатайте пробоину. Обнаружена база противника. Идет строительство. Тише вы там! Осторожнее! Следуем в указанную точку. Идет строительство. Доступны новые постройки. Строительство завершено. Идет ремонт. Объект под огнем. Готовы сбросить спутник. Надеюсь, все здесь верны присяге. Долго нам не продержаться. Готовы к драке. Строительство завершено. К работе готов. Не выпускать их из вида. Обнаружен противник. Сканеры в порядке? Остаемся на глубине. Только полные идиоты могут пойти против нас. Вперед! Ну как, братишки, готовы к драке? Объект. Залатайте пробоину! Все дальше и дальше. Утопим гидру мировой контрреволюции. Моря содрогнутся от грохота залпов. Я всегда на чеку. Двигаюсь. Команда дредноута к бою готова. Ну как, братишки, готовы к драке? Готов к труду и обороне. Тише вы там! Мы почти на месте. Будет сделано. Обнаружен противник. Товарищи, настал наш час. Утопим гидру мировой контрреволюции. Мы победим. Ты слышал шум? Пора в путь дорогу. Тише вы там! Объект под огнем. Готовьте рабочую площадку! Доступны новые.
Идет ремонт. Идет строительство. Обнаружен противник. Ну как, братишки, готовы к драке? Идет строительство. Развертывание невозможно. Идет строительство. Строительство завершено. К работе готов. Россия, правь над волнами! Коммунисты, вперед! Строительство завершено. Моря содрогнутся от грохота залпов. Завершено. Наше дело правое. Обнаружен противник. Идет строительство. Идет строительство. Товарищи, настал наш час. Все по местам. Враги Отечества должны умереть. Покончим с врагами социализма. Строительство завершено. Наше дело правое. Строительство завершено. Ракеты к бою. На базу напали. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Видел бы нас, Владимир Ильич. Покончим с врагами социализма. Строительство завершено. Идет строительство. Строительство завершено. Строительство вперед! Завершено. К победе коммунизма! Объект это справедливая война. Крах капитализма неизбежен. Пришло наше время. Сражаться против Советского Союза – это глупо. Объект уничтожен. Проклятые империалисты! Ну как, братишки, готовы к драке? Идет строительство. Идет строительство. Объект под огнем. Тихо. На базу каратель на связи. Строительство завершено. Строительство завершено. Ты что-нибудь видишь? Утопим гидру мировой контрреволюции. Думаю, такого они еще не видели. Строительство завершено. Что там за звук? Что-то капает. Ситуация под контролем. Что это тут у нас? Объект под огнем. Что? Что тут такое? Противник атакует комбайн. Задание выполнено. На базу напали. Получено новое задание. Видел бы нас, Владимир Ильич! Идет строительство. Получено новое задание. Ты слышал шум? Вперед! Строительство завершено. Доступны новые постройки. Мы прибыли и ждем вашего приказа. Ну как, братишки, готовы идет к драке? Идет ремонт. Идет ремонт. На союзника напали. На союзника напали. Подлодка «Акула» готова выйти на рейд. Мы проделали долгий путь. Противника. Да, я подлодка «Акула» готова выйти на рейд. Идет подготовка. На союзника напали. Инженер нужен. Инженер нужен. Эх, а мыл-то я и забыл. Да-да, сейчас.
Товарищи, настал Россия, наш час! Владычица морей! Вперед! Моря содрогнутся от грохота залпов! Обнаружено. Думаю, такого они еще не видели. Идет строительство. На базу напали. Мы победим! Идет строительство. Строительство завершено. Идет строительство. Развертывание невозможно. Обнаружен противник. Покончим с врагами социализма! Россия, правь над волнами! Мы странники морей. Сканеры в порядке? Все дальше и дальше. Ну как, братишки, готовы к драке? Что там за звук? Что за капли? Утопим гидру мировой контрреволюции! Нехватка энергии. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. На базу напали. Давление растет. Каратель на связи. Строительство завершено. От нас не скрыться. Строительство завершено. На союзника напали. Строительство завершено. Вероятный противник обнаружен. Готовы к драке? Ты ничего не видел? Покончим с врагами социализма! Мы бороздим просторы морей! Мы проделали долгий путь. Идет строительство. Акула на связи. Подлодка Акула готова выйти на рейд. Идет строительство. Что? Что тут такое? Каратель техосмотр прошел. Да, я туда и направлялся. Подлодка Акула готова выйти на рейд. Все дальше и дальше. Каратель техосмотр прошел. Двигаюсь к пункту назначения. Укажите цель. Ну как, братишки, готовы к драке? Дано разрешение на обновление. СОС! СОС! Патриоты победят! Подлодка Акула готова выйти. Ты слышал шум? Тихо! Получены новые... Россия, владычица морей! Подлодка Акула готова выйти на рейд. Глубины моря должны быть свободны. Что? Что тут такое? Полный вперед! Я всегда начинаю. Мы будем сражаться до последней капли крови. Наше дело правое. На союзника пришло наше время. Мы ликвидируем эту угрозу. Подлодка Акула готова выйти на рейд. Давление растет. Объект уничтожен. За ними! Мы сближаемся. Получены новые координаты. Мы проделали долгий путь. Мы странники морей. На союзника напали. Мы не отступим ни на шаг. Все по местам. К бою. Вперед, к победе коммунизма.
Мы сокрушим наймитов империализма. Ты что-нибудь видишь? Крах капитализма неизбежен. Вперед! Идет строительство. Идет строительство. Давление растет. Покончим с врагами социализма. Объект под огнем. Ты слышал шум? Видел бы нас, Владимир Ильич. Остаемся на глубине. Установим здесь советский порядок. Нам нужен еще один. Патриоты победят. Это справедливая война. Готовы к драке? Ну как, братишки? Может, у вас найдется еще минутка? Я справлюсь. Обнаружен противник. Крах капитализма неизбежен. Под огнем. Ладно, на этот раз ваша взяла. Но в конце концов победа будет наша. Идет строительство. Развернуть. Настал наш час. Ты слышал шум? Что это? Противник. Команда дредноута к бою готова. Моря содрогнутся от грохота залпов. Тихо. Каратель на связи. На союзника. Видел бы нас, Владимир Ильич. Мы так долго этого ждали. А ведь когда-то я был профессором. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Готовы сбросить спутник. Строительство завершено. Это нужно родине. Команда дредноута к бою готова. Строительство завершено. Мы уничтожим их. Строительство завершено. Ну как, братишки, готовы к драке? Ну как, братишки, готовы Объект к драке? Под огнем. Кто-то из нас, инженеров, должен попасть в эту лабораторию. По словам наших инженеров, на дешифровку и копирование данных по вооружению союзников им понадобится время. Союзники ни перед чем не остановятся, чтобы отбить научный центр. Вы должны любой ценой обеспечить его оборону. Ну как, братишки, готовы к драке? Ну как, братишки, готовы к драке? Каратель, техосмотр прошел. Обеспечьте оборону лаборатории. Не дайте силам Альянса захватить ее. Товарищ командир, началась загрузка данных по новой технологии союзников. Обеспечьте оборону научного центра до завершения процесса. Силы Альянса готовятся нанести ответный удар с воздуха. Вам разрешено отразить агрессию силами истребителей НИК. Я сама. Мы готовы. Строительство завершено. Недостаточно средств. Строительство завершено. Строительство завершено. Готовы начать сильную магнитную бурю. Обнаружена база противника. Мы готовы. Идет строительство. Идет строительство. Недостаточно средств. Утопим гидру мировой контрреволюции. Обнаружен противник. Мы странники морей. Россия владычица морей. Я остановлен. Вперед! Думаю, такого они... Ведем сбор данных. Что-то мощное они здесь разрабатывали. Наш час. Давление растет. Недостаточно средств. Полный вперед! Мы странники морей. Мы готовы к боевому вылету. Строительство завершено. Давление растет. Я всегда на чеку. Приказ ясен. А ведь когда-то я был профессором. Недостаточно средств.
Вы решили, что я сдался, верно? Ну уж нет. Я пришел за вами. На союзника напали. Обнаружен противник. Мы проделали долгий путь. Воздушный бой, моя стихия. Все под контролем. Место рождения на грани истощения. Обнаружен инженер противника. Идет строительство. Идет. Начиная передачу данных. Похоже, мы нашли тут что-то важное. Обнаружена база противника. На базу напали. Покончим с врагами социализма! Освободим советские моря от акул капитализма! Дали бы нас, Владимир Ильич! Завершено. Вперед! Россия владычица морей! Обнаружен ВВС противник. России! За мирное небо! Все под контролем! Идет передача данных. Слушай, а тут мило. Обнаружена база противника. Объект под огнем. Мы победим! Полный вперед! Давление растет. Получены новые координаты. Акула на связи. Да, я туда и направлялся. Обнаружен противник. Обнаружена база противника. Только полные идиоты могут пойти против нас. На союзника напали. Обнаружен инженер противника. Идет передача данных. Ребята, что там у вас за шум? На базу напали. Большой брат следит за вами. Почему план не сработал? Обнаружен инженер противника. Идет строительство. Идет строительство. Идет строительство. Идет подготовка. Готов искупить крови. На базу напали. Готов искупить крови. Идет строительство. Идет строительство. Идет передача данных. Какое отношение субатомные частицы имеют к оружию? Крови. Идет ремонт. Готовы к драке. Каратель, техосмотр прошу. Готов искупить крови. Строительство завершено. Строительство завершено. Строительство завершено. Каратель, техосмотр прошу. Под огнем. Недостаточно средств. Место рождения на грани истощения. Обнаружен инженер противника. Ну как, братишки, готовы к драке? Ну как, братишки, готовы к драке? Нам нужен мир! Передача данных почти закончена. В теории мы могли бы создать гигантский пылесос. Идет строительство. Приостановлено. Обнаружен. Покончим с врагами социализма! Объект под огнем. На базу напали. Объект уничтожен. Недостаточно. Мы странники морей. Обнаружен противник. Команда дредноута к бою готова.
Отмена. Отмена. Приостановлена. Отмена. На союзника напал. Отмена. Отмена. Недостаточно средств. Строительство завершено. Какие будут распоряжения? Задание выполнено. Готово. Выигрывать оно всегда приятнее, не так ли? Ха, а неважно. Вряд ли вы поймете, что же со всем этим делать. Мой дедушка был казаком. А нас, казаков, не так-то просто убить, как кажется. Рада видеть вас в добром здравии. Спасибо, Даша. Жизнь все-таки прекрасна. Я как раз собирался поздравить полковника с очередной победой. Кризис успешно разрешен. Теперь сверхоружие находится в наших, да, только в наших руках. Я знаю, вам нужен отдых. Но думаю, вам стоит знать, что союзники отступили к северу на базу в Исландии. Спасибо, Даша. Настало время выбить союзников из Европы. О, они будут сражаться там до последнего. Генерал Крюков снова поможет вам одержать победу. И пока вы будете уничтожать внешнего врага, я уничтожу врага внутреннего!